Итак, я повторяю, мистер Марч. Я Жак Дюрок, известен полиции обеих полушарий под именем Фламбо. Отец Браун может это подтвердить. Могу. Но, по-моему, мистер Марч и так вам поверил. Кажется, этот дождь никогда не кончится. Короче говоря, мистер Марч, вы можете выдать меня полиции. Мистер Дюрок... То, что вы удостоили меня вашего доверия, я польщен. Более того, я тронут. Но вот насчет полиции, зачем вы права? Вы как джентльмены посвятили меня в некоторые обстоятельства вашей прошлой жизни. Полиция. Я не способен на подобную мерзость. Что ж, я рад, что не ошибся в вас. Я тоже. И признаюсь, рад еще и тому, что мы исчерпали эту тему. Вы не подбросите еще дров в камин, Жак? Охотно. Мистер Марч, вы вчера упомянули, что мы все трое уже встречались когда-то. Я, честно говоря, не могу припомнить, при каких обстоятельствах. Я тоже. Это естественно. Вы не можете меня помнить. Я был в той истории, как говорится в старинных пьесах, лицом без речей. Но, может быть, вам что-то скажет такое имя? Волантен. Ну, еще бы. Припоминаю кое-что. Это был знаменитейший сыщик. Краса и гордость французской полиции. Французской? Ну да. Я ведь гасконец. Не мудрено, что со своей родной полицией я был на короткой ноге, так сказать, по праву рождения, а с английской по месту жительства. Так что Волантен интересовался мной по долгу службы. А вот вы, мистер Марч... Откуда его знали? Тоже по долгу службы. Дело в том, что я у него работал. Что? Правда, недолго. Весьма любопытно. Весьма. И я думаю, мистер Марч, теперь наступил ваш черед рассказывать. А? Работал у Волантена. А? Сыщик. Ну, не совсем. Было бы очень интересно. Валяйте, Марч, валяйте. Хорошо. В то время... Я был в Лондоне корреспондентом американской газеты «Солнце Запада». И вот однажды, когда я случайно узнал, что Волантен приехал в Лондон, я явился к Волантену. Меня привел к нему нюх газетчика. Эдакое необъяснимое пронзительное предчувствие сенсации. Знаменитый сыщик торопился. Он не мог уделить мне ни одной минуты. То, что оставалось во мне от джентльмена... побуждало меня немедленно откланяться и уйти. Но то, что было во мне от журналиста, заставило меня остаться и переспросить. Так значит, вы очень торопитесь, месье Волантен? Вот именно. Ну что ж, я готов следовать за вами куда угодно. Хм. Напомните, какой газету вы представляете, молодой человек? «Солнце Запада», Соединенные Штаты. Ваше «Солнце» не напечатает ни строчки, пока преступник не будет пойман. Потом, пожалуйста, можете печатать о нем полицейский роман с продолжением. Отдельными выпусками. Хватит на полгода. И то всего не уместите. Кстати, я в Лондоне инкогнито. Как вы нашли меня? Секрет фирмы. Вы подаете надежды. Благодарю. Можете задать несколько вопросов, пока я одеваюсь. Впрочем, на вопросы уже нет времени. Сразу ответы. Пишите. Фламбо – величайший преступник эпохи. Величайший? В своей области, разумеется. Он вор. Вор-артист. Мир не видел ничего подобного. Работает только в одиночку. Угу. А в газетах о нем почти ничего. Знаете почему? Не знаете. Потому что полиция всегда в дураках, когда имеет дело с Фламбо. А об этом не очень-то приятно сообщать газетчикам, а? Верно? Ну, разумеется. Но это английская полиция. А я представляю французскую. Улавливаете разницу? Да. Нет, не улавливаете.
Один раз Фламбо поставил полицейского из Скотланд-Ярда на голову. Да-да, чтобы прочистить ему мозги, как он выразился. Ничего смешного, кстати. Он боксер, акробат, прыгает как кузнечик и лазает по деревьям не хуже обезьяны. После того, как он пробежал по Ливерпул-стрит среди бела дня с двумя полицейскими под мышкой, моих английских коллег трясет при одном имени Фламбо. Короче говоря, в этом деле они мне плохие помощники. Ну что ж вы стоите? Я потерял с вами бездну времени. Берите вашу шляпу и вперед. Ага. Простите, мсье Волантен, да? А куда мы, собственно, идем? Понятия не имею. То есть, у вас нет никакого предварительного плана? Абсолютно никакого. Запомните, молодой человек, только тот, кто ничего не смыслит в машинах, попытается ехать без бензина. Только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой основы. Да не отставайте же, так мы его наверняка упустим. Конечно, конечно. Странно, сколько священников на улицах. В Лондон сейчас ехались католические священнослужители со всей Англии. И вполне возможно, что Фламбо прикинется... Кем? Может быть, мелкой церковной сошкой, а может быть, секретарем епископа. Никто ничего не знает, когда дело касается Фламбо. Быстрее сюда, в переулок. А теперь сюда. Иду, мсье Волантен, иду. Так вот, твердой основы для размышлений и поисков у нас нет. Ага. Нетвердой тоже нет. И приблизительной нет. Так. Значит, надо полагаться на непредвиденное. Если я не могу идти разумным путем, я действую вопреки разуму. Причем тщательно и скрупулезно. Сюда. Но это же мусорная куча. Может, обойти? Перелезайте и вперед. Поймите, молодой человек, если у вас есть ключ к разгадке тайны, делать то, что делаем мы с вами, не надо. Нет ключа, значит, только так. Какой странный тупик. Сюда. Простите, но зачем? Любая странность, зацепившая внимание сыщика, может зацепить внимание преступника. С чего-то надо начинать. Минутку. Мадам! Мадам, прошу вас, подождите, мадам! Что вам нужно от этой высокой дамы? Минутку, мадам! Оставьте! Я позову полицию! О, простите, я ошибся. Наглец. Вперед, молодой человек, ага. Вперед. Ну, объясните. Непростительная оплошность. В этой даме не хватало несколько дюймов. Что-что? Я же сказал вам, Фламбо маскируется ловко, невероятно ловко. Но одного он не может скрыть, он великан. Великан? Ну, почти великан. Если бы я встретил сейчас зеленщицу, гренадера, герцогиню, черт возьми, соответствующего роста, я задержал бы их немедля. Вперед. А, черт. О, боже. А, я оттолкнул вас, преподобный отец, простите. Мои свертки, мой зонтик и, главное, пакет. Такой не очень большой, в шелковой бумаге. О, Господи, ну где же он? Сейчас я помогу вам. Не этот? Нет. А вот еще. Здесь книги. Еще. А здесь мои башмаки. Вот этот пакет в кармане. Вперед, молодой человек. Еще раз прошу извинить меня, преподобный отец. Да что вы. Я не стал бы так беспокоиться об этом пакете, но дело в том, что в нем одна очень ценная вещь. Серебряная с синими камушками. Я везу ее из Норфолька,
И существует предположение, что это работа какого-то знаменитого мастера. Мне обещали, что в Лондоне установят его имя и выдадут мне соответствующую бумагу. Наш приход очень бедный и ничем, ну, решительно ничем не примечательный. Ну и было бы очень лестно для прихожан, ну, почувствовать себя хоть в чем-то не хуже других. Да-да-да, все это очень интересно. Только если вы хотите благополучно доставить ваше сокровище в Норфолк, не стоит рассказывать о нем первому встречному. Вы так думаете? Да-да-да. Всего вам доброго, джентльмены. Одну минуту, Паттер. Браун, с вашего позволения. Очень приятно. Вы, мистер Браун, прибыли из Норфолка в Лондон пароходом? Да, так проще, знаете ли. И много ваших коллег... Священников? Ну да, священников. Много ли их ехало вместе с вами? Ну, я сел первым. Север, знаете ли, самый север Англии, а остальные подсаживались по дороге. А не было ли среди них человека очень высокого роста? Нет, знаете ли. То есть об одном священнослужителе, с которым я познакомился, пожалуй, можно было бы сказать, что он высокий и даже очень. Так-так. Но тут одно обстоятельство. Какое? Несчастный горбат от рождения. Вот если бы он не был горбат... Благодарю вас. Всего хорошего. Всего хорошего. Вперед, молодой человек. Вперед. Да, иду. Ламбо может принять любую личину и оказаться кем угодно. От верзилы оборванца в Уэмбелоне до атлета кутилы в отеле «Метрополь». Минутку. Вот этот джентльмен, который выходит из кэба. Его рост. Простите, сэр. К вашим услугам. О, извините, я ошибся. Вперед, молодой человек. Объясните, пожалуйста. Да что тут объяснять? У этого старого франта цилиндр чуть ли не на 6 дюймов выше, чем это сейчас принято. И как только он его так галантно приподнял, ну, короче говоря, это не фламбо. А как вы думаете, где сейчас может быть фламбо? Предположительно, конечно. Это даже предположить невозможно. Один раз он использовал для побега пожар, в другой раз ножницы. Как это? Некогда рассказывать. Вперед. Я не считаю себя глупее Фламбо, но я в невыгодном положении. Преступник-творец, сыщик-критик. Мы метались по улицам Лондона еще несколько часов. Мы сворачивали в переулки, заходили в подъезды, снова сворачивали и снова заходили. Вперед, молодой человек, вперед! Иду. Стоп. Что вы можете сказать об этом ресторане? Об этом ресторане? Ну, он какой-то необычный. И место необычное для Лондона. Так. Мне раньше никогда не приходилось здесь бывать. Тихо, безлюдно. Ну, что еще? Ну, какая-то странная крутая лестница. Знаете, хочется зайти. Правильно. Хочется зайти. А раз хочется зайти нам, вполне могло захотеться и Фламбо. Следовательно... Я нахожу здешний кофе превосходным. Я тоже. Здесь вообще прекрасно готовят. И недорого. Так куда вы теперь, отец мой? На Карт-стрит? Да-да, на Карт-стрит. Я вам так признателен. Я совсем был растерялся в Лондоне. Узнали? Наш сегодняшний знакомый со своим горбатым приятелем. Кстати, вы знаете, как называют жителей Норфолка? Нет. Клёцками. Да-да, бедный провинциал. Беспомощный, как выманенный из-под земли крот.
Ну, посмотрим, так ли хорош здешний кофе, как это утверждает маленький Паттер. Неплохая. Угу. Советую подкрепиться как следует. Одному Богу известно, где и когда мы сегодня будем обедать. А у вас появился какой-то план? Нет, не появился. Пейте ваш кофе. Угу, пью. Что это? А что такое? Это что за шутки? Ваш кофе... А ваш? Соленый. И у меня? Я взял сахар из этой сахарницы. И я? Стоп. Попробуем. Так. А, в сахарнице соль. Соль. Прекрасно. А в солонке? Сахар. Сахар. Ха-ха, великолепно. Надо позвать лакея. Минутку. Попрошу вас, мой друг. Посмотрите-ка повнимательнее, не проявился ли еще где-нибудь изысканный вкус шутника, переменившего местами соль и сахар. Ну? Так, не знаю. По-моему, ресторан содержится в образцовом порядке. Да? Да. А это что? Где? Это? О, да. Пятно на обоих жирное. Прежде всего мокрое и величиной с добрую тарелку. А? Изумительно. Да. А теперь стоит и вправду позвать лакея. Попрошу вас, любезный друг. Господам угодно счет? Это само собой. Будьте так добры, попробуйте сахар из этой сахарницы и скажите, соответствует ли он репутации заведения. Наш сахар, сэр, отличного качества. Мы покупаем его Прошу прощения, сэр. Вы всегда шутите так тонко? Вам не приелся этот розыгрыш? Я не понял, сэр. То есть это вы в том смысле, что я или сам хозяин нарочно, чтобы подшутить над клиентами... Так и в мыслях не было. Хозяина сейчас нет. Я готов принести извинения за себя и за него. Извинения не потребуется. А вот если попробовать разобраться в этом загадочном происшествии... Ума не приложу, сэр. С утра до вас было всего 2 посетителя. Сидели они как раз за этим столом. Они, я думаю, это те священники. Какие священники? Ну, те двое, что стену супом облили. Облили стену супом? Вот-вот, взяли и плеснули. То есть плеснул маленький. Тот-то, что повыше и горбатый, расплатился и сразу вышел. А другой все собирал свои свертки. Он был какой-то неповоротливый. А так с виду человек тихий и приличный. Расплатился он и тоже к дверям. Потом как кинется назад, и раз, остатки бульона из чашки на стену. Я прямо остолбенел от неожиданности. А пока соображал, что к чему, его и след простыл. А я тут рассердился по-настоящему. Убыток, может, и небольшой, но какова наглость. Обои свежие, недавно зал... Наново оклеили. Хозяин-то с меня за это пятно голову снимет. Молодой человек, вперед! Сэр, счет! А, этого достаточно? Да, вполне. Не задерживайте меня. Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Карт-Стрей-Стрит. Скорее. А вы думаете? Думать некогда. Запомните, молодой человек, во тьме неведения нужно идти туда, куда направляет нас первый указатель, каким бы странным он ни был. И вы думаете, что этот указатель, если это действительно указатель? А другого у нас нет. Стоп. Нечто странное. Вы не находите? Где? В витрине этой зеленой ловчонки. Ну, что вы видите? Ну, открытые витрины. Так, так. Ну, мандарины и орехи. Так? Все. Возле мандаринов ярлык с ценой. Читайте. Лучшие бразильские орехи 4 пенса за фунт. Так. Ага, понял. Ага, а возле орехов ярлык с ценой лучшие мандарины 2 штуки за пенни. А? Джентльменам что-нибудь угодно?
Джентльменам угодно обратить ваше внимание на прискорбную ошибку, которую вы допустили. Что-что? Взгляните-ка на вашу витрину. Разрази их гром, ну попадись они мне. Вполне разделяю ваше негодование, сэр. А теперь, простите за нескромность, нельзя ли задать вам вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциации идей? Я человек не ученый, я вам на это так скажу. Слишком много в Лондоне бездельников развелось, вот что. Не спорю. Но вот почему переставленные ярлычки на вашей витрине напоминают нам о священниках, недавно прибывших в Лондон? Ну-ну, выкладывайте, выкладывайте. Выкладываю. Почему орехи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с духовными лицами? Один повыше, другой пониже ростом. А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им прямо скажите. Попы они там или кто, а рассыплют мне опять яблоки, я им кости переломаю. Ах, они рассыпали ваши яблоки. Это все тот, коротенький, клёцка чёртова. Шел себе, шел, а потом как даст ногой по лотку, прямо вот, вот по всей улице покатилась. Пока я их подбирал, он и ушел. Куда? Налево, за угол, там площадь. Вперед и быстрее, как можно быстрее. Второй указатель? Он самый, теперь мне нужен констебль. Да вон он. Констебль! Слушаю, сэр. Французская полиция. Я Валентен. Срочное дело. Не видели двух паттеров? Горбатого и маленького? Видел. Если хотите знать, маленький явно был под мухой. Шатался, толкнул даму. Она что-то уронила. Позвала меня. Я прочитал ему мораль. Так, куда они пошли? Сели. В омнибус из тех желтых, что идут в Хэмпстон. Констебль, вы, по-моему, только что сдали дежурство. Точно так. Поедемте с нами. Слушаюсь. Разрешите спросить, сэр? Фламбо. Ох, тяжелое дело, сэр. Безнадежное дело. Желтый омнибус! На Империал! Наверх! Быстрее! Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось, что прошли часы. Великий сыщик ничего не объяснял, а мы с констеблем помалкивали. Но в нас росло сомнение. Фламбо. Ох, тяжелое дело. Безнадежное дело. Такого зверняка, как этот Фламбо, мир не видал. Озорняка? А как его иначе назовешь? Вор? Воров в Лондоне и без него хватает. А Фламбо один. Про фирму «Тирольское молоко» слышали? Его была фирма. Что вы там рассказываете, констебль? Фламбо и фирма? Во Франции об этом еще не знают. А вот такая фирма, сэр. Ни коров, ни пастбищ, ни доярок. Зато клиентов тысячи и оборот тысячный. Только Фламбо и мог такое придумать. Так что же он придумал? Ставил к дверям своих клиентов бидоны с молоком, которые брал у дверей чужих клиентов. Узнаю почерк. Давно на службе, сэр? Да, с утра. Работает довольно? Ну, как вам сказать, ногу натер. И есть очень хочется. Ах-ха-ха-ха. Перекусить бы самое время. Нет, не время, не время. Внимательно смотреть по сторонам. Внимательнейшим образом. Не знаю, как у констебля, но мое внимание притупилось. Давно уже миновала пора второго завтрака, а длинные улицы северных кварталов вытягивались одна за другой, как колено какой-то жуткой пожарной трубы. Вы знаете, констебль, мне никогда не приходилось бывать в этой части Лондона. А я тут не был с незапамятных времен. Место не из веселых. Едешь, едешь, вроде вот-вот покажется край света.
А это только Тефнелл Парк. Мы все ехали, ехали. Констебль понемногу начал клевать носом, а Валантен вертел головой из стороны в сторону и пристально вглядывался в мелькавшие мимо улицы. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабачки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фешенебельных отелей. Кучер! Кучер, остановите омнибус! Мы выходим! Вниз! Все вниз! И вперед, вон к тому отелю! Ага! Да не к самому отелю, в ресторан рядом! Так! Ну, видите? Видите справа? Видите? Ну, наконец-то! Разбитое окно! Вот он, ключ! Мсье Валантен, это окно и есть ключ? Ну, да! И это как-то связано с Фламбо? Ай. Но ведь должна же быть элементарная логика. Я человек не ученый, но точно знаю, там, где Фламбо, там эта самая логика и не ночевала. Вот, вот вам ответ, мистер газетчик. Вы ходите со мной уже... Точнее, бегаю. Вот я именно, бегаю с вами. Бегаете со мной весь день и равнешенько ничего не поняли. Логика? Да никакой логики. Связано? Да, скорее всего, никак не связано. Но что же нам еще делать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, самую невероятную случайность или идти спать? Живее в ресторан, а заодно и перекусим. Констебль. А вам эта дыра в стекле что-нибудь говорит? Как вам сказать, сэр? Вот сейчас мы и выясним, что она говорит. Счет, пожалуйста. Сию минуту, сэр. Вот. Получите. Благодарю вас, сэр. Вижу, окно у вас разбито. Вот именно, сэр. Ну и дела, сэр. А что такое? Пришли тут к нам двое священников. Поели, один горбатый такой, заплатил, пошел. Другой что-то возится. Смотрю, завтрак был дешевый, а заплатили чуть ли не вчетверо. Я говорю, лишние дали. А другой маленький, что возился, так спокойно мне. Правда? Взял я счет, хотел ему показать, да чуть на пол не сел. Это почему же? Я бы чем хотите мог поклясться. В счете было 4 шиллинга, а тут, смотрю, 14, хоть ты тресни. Так, так. И что же? А он маленький этот, стоит себе в дверях, лицо круглое, что твоя тыква. И что у него на уме, не разберешь. Перепутал, говорит, простите, но это будет за окно. Какое такое окно? Это я ему. А он, которое я разобью. И трах зонтиком. Так, так, так. Мы что же, погнались было за Фламбо, а теперь гонимся за сумасшедшим. Нет, нет, констебль, это не сумасшедший. Ну-ну, дальше что? Я, значит, так и сел. И ничего не понимаю. А он вышел, догнал того горбатого, свернули они за угол и зашагали по Баллок-стрит. Баллок-стрит. Вперед! Констебль. Да. А куда ведет эта Баллок-стрит? К Хэмпстедскому лугу. Куда-куда? Ну, парк, что ли, такой. Мы, лондонцы, еще называем его Долиной Здоровья. Вы так полагаете, сэр, что Фламбо один из тех двух? Но ведь в нем росту. В нем столько росту и силы вдобавок, что он тут у вас преспокойно бегает по улицам с двумя полицейскими под мышкой. Уже и до Парижа дошло. Я это к тому, сэр, что один-то низенький, а другой чуть повыше, и горбун. Слушайте, констебль, я, конечно, не такой высокий, как наш герой, но... У вас прекрасный рост, сэр. Благодарю. Но если я согнусь вот так, а на спину привяжу... Понял, сэр. Бегу, сэр. Стоп. Стоп, погодите-ка, констебль. Погодите. Мне чем-то приглянулась эта ловчонка со сластями. Она не вызывает у вас
желание зайти. Если бы не работа. Это и есть работа. Идемте. Черт, эти английские модные ботинки. Уверен, что Фламбо таких не носит, иначе он давно бы уж был за решеткой. Добрый вечер. Добрый вечер, джентльмены. О, полиция. Вы, наверное, за пакетом? Я его уже отослала. За пакетом? Да, что тот мужчина оставил? Священник. Священник. Маленький, с зонтиком. Да, значит, вы и есть его друг из Вестминстера? Нет, я не из Вестминстера, но мы все трое его друзья. Прошу вас, расскажите все подробно. Ну, зашли сюда священники, это уже будет с полчаса. Купили мятных лепешек, поговорили про то, про сё, пошли к лугу. Я так поняла, что маленький откуда-то издалека, а другой горбатый. Ему Лондон показывает. Он ему покажет. Он любому покажет, так что только держись. Ну вот, ушли они, значит. Вдруг маленький обратно бежит. Я пакета не оставлял? Я туда-сюда, нигде нет. А он говорит, ладно, найдете, пошлете вот по такому адресу. Дал мне адрес, еще вот шиллинг за труды. Я вроде бы все обшарила, а он ушел, глядь, пакет лежит. Так, так. Тут я его послала, не помню уж куда, в Вестминстер вроде, да, вот. А сейчас я и подумала, наверное, в этом пакете что-то важное, раз полиция за ним пришла. Так и есть. Простите, близко тут этот луг? Да, вот прямо идти минут 15, к самым воротам выйдете. И мы пустились бежать к этим воротам. Боже, как мы бежали! Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на большой пустырь, мы еще успели удивиться тому, что сумерки тут прозрачные и светлые. Но они быстро сгущались, и на небе проступили редкие кристаллики звезд. Праздные горожане еще не совсем разбрелись, на скамейках мелькали расплывчатые силуэты пар. А по длинной аллее уходили два человека в черных сутанах. Вперед! Вот они, оба! Вперед! Скорее, скорее! И сойдите с аллеи! Ага. Двигайтесь по обеим ее сторонам, от дерева к дереву. И тихо! Да. Я понимаю, вопросы сейчас неуместны, и все же. О чем вы сейчас думаете, мсье Волантен? О том, кто мне помог оказаться здесь. Мы крались тихо, почти не дыша, прячась за деревьями и кустами, и все ближе и ближе подходили к двум фигурам в черных сутанах. А те шли не торопясь, не громко разговаривали, но слов на таком расстоянии было не разобрать. О чем бишь мы тогда говорили, мой друг? О чем могут говорить два священника под сводом небес? О всемогущем Творце, разумеется. Ничего подобного. Это вы все время говорили о всемогущем Творце, а я все спрашивал у вас, какой у вас приход, и много ли среди ваших прихожан заблудших душ, что путают свой кошелек с кошельком соседа. Но вы упрямо гнули свое. И все же неисповедимы тайны небес, и я смиренно склоняю перед ними голову. А заодно избавляюсь от этой чертовой сутаны и горба, который натер мне лопатку. Так. Ух. Каково-то человеку моего роста целый день проходить, согнувшись на манер кочерги. Так, ну все. Давайте-ка сюда крест. Мы тут одни, я могу распотрошить вас, как чучело. Серебряная штучка с синими камушками. Это сапфиры, балда. Штучки цены нет. Короче говоря, отдавайте сапфировый крест, достопочтенная брюква. Нет. Не отдадите? Ни за что? Ну, не хотите, не надо. Тогда только объясните, почему вы так упираетесь. У меня бедный приход, может быть, самый бедный во всей Англии. Я это слышал сегодня от вас раз 10. Ну? Мне хотелось чем-нибудь порадовать этих людей, если в их приходе будет произведение искусства работы известного мастера. Увы, не будет. А знаете почему? Потому что крест у меня уже в кармане. Вы уверены? Нет, с вами театра не надо.
Да, достопочтенная брюква, уверен. Я догадался сделать фальшивый пакет. Два куска свинца. Но это долго объяснять. Могу я вас спросить? Пожалуйста. Есть ли крест у вас? Зачем вы привели меня сюда? А вот этого я и сам не знаю. Ну, мне было занятно беседовать с вами. В какой-то момент мне даже показалось, что вы далеко не такой простак, каким кажетесь. И потом, никакого риска, работа кончена, я развлекаюсь. Итак, я подменил крест. Старый прием, отец Браун, очень старый прием. Да, я о нем слышал. Кто, вы? От кого же вы могли слышать? Я не могу вам назвать его имя. Понимаете, он жил этим лет 20, пока не состарился. Подменивал свертки и пакеты. И вот когда я вас заподозрил, я вспомнил его, беднягу. Заподозрили? Вы что, действительно догадались, что я не зря тащу вас в такую глушь? Ну да, я вас сразу заподозрил. У вас запястье изуродовано. Это от наручников. Ах, черт. Вы-то откуда знаете про наручники? От прихожан. У меня, знаете ли, есть несколько человек, у них такие же руки. Ну вот я вас и заподозрил, и решил, понимаете, спасти крест. Вы его подменили, а я подменил его снова. Что-что? Быть этого не может. Все верно. Так. Ну, хорошо. Вы превзошли Фламбо в его ремесле. Тронут, преклоняюсь, но не располагаю временем. Давайте крест. Знаете, никак не могу. Я, видите ли, отослал его. Отослали? Да, отослал. Вернее, хозяйка кондитерской лавки, помните, я еще возвращался туда, отослала его по моей просьбе в Вестминстер, моему другу. Что-то я в толк не возьму. Да вы кто? Я Паттер. Паттер Браун. Этой штуки с пакетами я научился у одного бедняги. Я же вам уже говорил. Знаете, в жизни, если приглядываться получше, можно многое увидеть. Не верю. Ни одному слову не верю. Чтобы такая тыква, чтобы такая преподобная брюква, чтобы этакий крот, которому я могу прошибить одним пальцем. Правда. Все правда. Вы увидели меня таким с самого начала. И не дали себе труда приглядеться. А вы, значит, ко мне пригляделись? Как будто. Вы сильный, вы ловкий. И вас зовут Фламбо. Час от часу не легче. Да как вы... Мне рассказывал о вас мой друг, тот, что подменял пакеты. А еще он говорил, что Фламбо человек чести, что он никогда... Но, оставим мою честь в покое. Ни одному слову не верю. Крест у вас. Не дадите, отберу. И плевать мне на то, что там говорил обо мне ваш приятель. Нет, не отберете. Даже если бы он у меня был. Через минуту-другую здесь будет полиция. Врете. Откуда? А это я их привел. Я до самого последнего момента не был уверен, что сумею отослать крест. Как вам это удалось? Скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в таком приходе, как мой, надо знать много таких штук. Понимаете, след от наручников сам по себе еще ничего не говорит. Наручники подчас приходится носить разным людям. Я не хотел оскорблять вас подозрением. Когда человеку дают соленый кофе, он обычно сердится. А если стерпит, значит, боится себя выдать. Ловко. Вы стерпели. Потом счет. Я приписал единицу. Вы заплатили. Человек избегает скандала, даже если его надувают. Ясно. Дальше. Но полиция. Откуда взяться здесь полиции? Всюду, куда бы мы ни заходили, я делал нечто такое, чтобы о нас толковали весь день. Это вы-то? Я. Вы очень торопились и не обращали внимания. Я облил супом стену. Впрочем, уже нет времени все перечислять. Да, вы допустили одну ошибку. Ну? Вы слишком много толковали со мной о богословии, о разных высоких материях. У священников среди своих это не принято. Ну что ж, ваша взяла, Паттер. Я охотно еще побеседовал бы с вами, но... Что до меня, то я теперь располагаю временем. Я не знаю, сколько их и откуда они идут. Насколько я мог заметить, их трое, и идут они вон с той стороны, а там и вон там... Никого. И уже совсем стемнело. Что? Понял.
Я забыл мой зонтик. Совершенно верно. По-моему, вы оставили его вон на той скамейке. Буду вам очень признателен. Я не забуду этого разговора, мистер Браун, и то, что ваш приятель назвал меня человеком чести. Время покажет. Где же он? Вы кого-то ищете, джентльмены? Мы ищем вашего спутника. А он только что любезно вызвался отыскать мой зонтик. Но зонтик у вас в руках. Да, в самом деле. Моя вечная рассеянность. Это была наша первая встреча. А вторая? Вторая. Посмотрите-ка на огонь в камине. Вам не кажется, мой друг, что вон там, справа, между горящими поленьями, образовалось нечто вроде узкого коридора, изгибающегося под прямым углом? Это похоже... Вспомнил. Действительно похоже. И вы расскажете? Пожалуй. В следующий раз.